Доброе утро, меня зовут Александр Кириенко, и я уверяю вас, что поговорка «все полезное невкусно, а все вкусное вредно» с нами не работает. Поэтому предлагаю вам приготовить очень вкусный и полезный кофейный десерт. Нам понадобится шоколад, молоко, кофе, сливки и какао. В одной кастрюльке мы приготовим с вами кофе, а в другой мы приготовим с вами горячий шоколад. Для кофе нам понадобится вода, а для шоколада нам понадобится молоко. В воду мы будем добавлять молотый кофе, сделаем его крепкий. В молоко мы добавим горький шоколад. Сейчас это все проварим, процедим и будем смешивать наш кофейный десерт. Варим горячий шоколад, постоянно помешивая, чтобы наша плитка шоколадная полностью растворилась в молоке, чтобы не было ни комочков. Такая должна быть густая, плотная консистенция. Горячий шоколад готов. Отставляем его в сторону. Сейчас нам нужно, как в турке, сварить кофе. Не отпускайте глаз от кофе, потому что он может в любой момент побежать. Все, кофе стал подниматься. Снимаем. Готово. Выключаем нашу плиту. И сейчас мы будем смешивать. Нам понадобится плотный стакан, в котором наши горячие продукты будут остывать. Первым выливаем горячий шоколад. Процеживаем кофе. И через ложечку слоями будем это все наливать. Ну вот, мы налили слоями, внизу у нас горячий шоколад, сверху у нас кофе. И сейчас пришло время за взбитыми сливками. Вкусный, красивый, сытный кофейный десерт на завтрак готов. Хорошего дня и приятного аппетита!